Мы очень рады вас видеть. И такой мощный край. Я очень рад, что вы сегодня здесь, Вениамин Иванович. Вы полярник, исследователь. Мы с вами были вместе на Северном полюсе. Перед тем, как вы стали губернатором, у вас замечательный региональное отделение Русского географического общества. Мы готовы помогать и очень рады встречаться с вами. Для меня лично большая честь не просто вас знать лично, но на самом деле еще и сотрудничать. Краснодарский край, он уникальный край России. Это не только здравница, это, конечно же, и житница страны, но и, кроме того, очень красивейшее место. Само по себе у нас очень тоже в крае много мест, уникальных красивейших местечек, которые тоже нуждаются, может быть, в описании, в вашем внимании с целью их популяризации. Потому что для нас тоже очень важно, чтобы эти места были не просто где-то отражены точкой на карте, а к ним проложились туристические маршруты.